Летние принты повторяются из сезона в сезон, но каждый раз в определенных оттенках и комбинациях. Это мы и называем модные тренды. Этим летом в их числе горох. Не какой-нибудь замысловатый, а самый классический, мелкий или средний, идеальной формы. Полоска на этот раз становится крупнее и комбинируется с различными узорами и аппликациями. Что касается анималистических решений, на смену леопардовому пятну, популярному этой весной, приходят собачки, зайчики, еноты и другие мимимишные представители фауны. Цветы в своем актуальном проявлении будут не приторно-романтичными, а контрастными, экстравагантными, да еще и со спортивными элементами, чтобы придавать образу динамику.